Друзья, всем привет! С вами Алакшин Максим, и вы на канале «Бизнес-грузчик». Сегодня мы разберем пошаговый алгоритм запуска бизнеса на услугах грузчиков. Это будет полезный контент. С помощью него вы сможете запустить этот бизнес с нуля. Так что ж, держитесь покрепче, поехали! А, друзья, присаживаемся поудобнее, берем тетрадку и ручку и записываем алгоритм ведения бизнеса на услугах грузчиков. Первое – это вера в себя и вера в бизнес. Без этого никакой бизнес не будет процветать, запомните это. Второе – это найм сотрудников. Вы должны ежедневно нанимать новых и новых сотрудников, потому что это услуги грузчиков. А как правило, бывает, что один грузчик забухает, второй грузчик не выйдет. То есть нужно постоянно генерировать трафик сотрудников. Третье – это работа с трафиком. Вы должны привлекать трафик на свою услугу. Вы это можете делать через Яндекс.Директ или через Авито. Или через все это вместе. Зависит конкретно от построения вашего бизнеса. Четвертое – это прием и обработка звонка. Вы должны качественно по скрипту принять звонок, тогда только вас ждет успех в этой сфере. Вы должны качественно закрывать звонки и назначать цену. Только тогда будет хорошая конверсия заказов в деньги. Пятое – это распределение сотрудников. Этим должен заниматься старший грузчик. Я нанял человека, который зарабатывает 10% всех заказов и регулирует, то есть направляет людей на объекты. И, наконец, шестое – это оплата заказа. Вы можете принимать деньги за заказ и наличными, и безналичным расчетом. Но скажу вам по секрету такую фишку, что лучше договариваться с заказчиком сразу, чтобы он вам переводил деньги на карту, потому что грузчики могут сбежать с деньгами или не дойти до вас эти деньги. То есть у меня на опыте бывали разные вещи, но нужно обязательно проводить их через карту. Друзья, вот эти 6 правил вы должны обязательно применять в своем бизнесе, чтобы у вас был колоссальный результат, как у меня. Спасибо, друзья! Друзья, ну вот я вам и рассказал 6 этапов развития бизнеса на услугах грузчиков. В следующем видео мы начнем разбор каждого этапа по отдельности. То есть будет каждое видео по каждому этапу. От вас хотелось бы больше комментариев, больше лайков. И обязательно жмем на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале «Бизнес-грузчик». С вами был Алакшин Максим. До новых встреч. Пока-пока.